Михаил Борисович Краснянский, жил с 1873 года по 1944 год. Ростовский краевед. Вспоминаем о человеке, который стоял у истоков изучения Донского края. Михаил Борисович Краснянский, родился 14 сентября 1873 года в хуторе Власово-Аютинском, Черкасского округа. Ныне поселок Аютинский. Небольшое уточнение по истории поселка. Аютинский расположен на реке Аюта, в бассейне реки Дон, в 8 километрах к северо-западу от центра города Шахты. Официально был основан в 1889 году. Поселок Аютинский отметил в 2014 году 125-летний юбилей, но был основан, по неуточненным данным, в 1836-1850-х годах. Первоначально это был казачий хутор, Власовка-Аюта Донецкой губернии. Владел этой землей богатый казак Власов. По чьему имени и реке Аюта, и родилось название хутора. Река Аюта еще упоминалась на картах 18 века, что в переводе по санскриту «сто котя» или «сумма», равная миллиард. Имя Краснянского уже не раз было упомянуто в ранние годы, но немного забыто. Он родился на хуторе в семье казака. Начальное образование получил в столице Донского казачества, городе Новочеркасске. Для дальнейшего продолжения обучения, сдав вступительные экзамены, был зачислен в Лисичанскую штейгерскую школу, а после 4 лет успешного обучения получил диплом горного штейгера. Небольшое уточнение. Штейгер – немецкое слово, устаревшее значение. Проходочный мастер, то есть горный мастер, ведающий проходческими работами. С 10 июня 1894 года, в течение 2 лет, до переезда в Ростов-на-Дону, молодой штейгер работает на руднике Ивана Степановича Панченко, в городе Александровск-Грушевске, то есть шахты сейчас. В 1914 году Краснянский опубликовал статью «По истории нашего города, Александровск-Грушевск и его прошлое». Примечательно, что Михаил Борисович Краснянский безоговорочно принял советскую власть и уже в 1920 году в городской газете «Красный шахтер» с дополнениями и поправками опубликовал статью под названием «Город шахты и его прошлое». Еще через год был издан юбилейный сборник «Записки Донского штейгера», в котором есть материалы и по истории этого города. В 1896 году перешел на службу в Ростов-на-Дону, городскую управу, в качестве техника. С 1899 года Михаил Борисович, штейгер одесского градоначальства, а в 1906 году, после приглашения на должность городского штейгера, он возвращается в Ростов. В 1909 году, при его активном участии, создается Ростовское общество истории, древности и природы, основной целью которого стало создание городского музея. Члены общества активно занялись не только решением организационных вопросов, сбором средств на строительство и оборудование музея, но и активно комплектовали коллекции. 1 мая 1910 года Ростовский городской музей открыл свои двери для посетителей. Первым директором и хранителем коллекции музея на общественных началах стал Михаил Борисович Краснянский. Свои геологические и палеонтологические коллекции, включавшие образцы камней местных пород, окаменелости, найденные в пластах местного известняка, кости мамонта и много другое, Краснянский безвозмездно передал в музей, и они, наконец, стали доступны для обозрения горожан. После установления советской власти на Донской земле, в январе 1920 года, Краснянский продолжил службу в горном отделе Донского исполкома. С 24 по 1929 годы работал в жилищно-строительном кооперативе «Красный город-сад», ответственным работником по карьерам во второй группе кирпичного завода. В 30-е годы способствовал основанию Северо-Кавказского краевого общества археологии, истории и этнографии, продолжал сотрудничество с Ростовским городским музеем, опубликовал большое количество работ на различные темы донской истории. В 1931 году, когда начались гонения на археологов и краеведов, по ложному обвинению секретно-политический отдел АКПУ, при приговору суда о создании нелегальной контрреволюционной группировки ростовских историков и археологов,
Козловского, Черноусова, Ладыженского, Краснинского, Стефанова, Ширман, Лунина, Визигина, лишили права проживания в Ростове-на-Дону и сослали в различные города. Краснянский был отправлен в Сталинград. В ноябре 1932 года Краснянский возвращается в Ростов. Он не имеет постоянной работы, и семья испытывает материальные трудности. Его просьбы о принятии на работу в музей и приобретении музеем или архивом личных краеведческих материалов остаются без ответа. И только в 1935 году Краевое архивное управление пригласило инженера-геолога Краснинского на должность научного сотрудника архивного управления Ростова-на-Дону, технического консультанта по изучению прошлого Ростова и его окрестных поселений. Во время Великой Отечественной войны, после освобождения Ростова-на-Дону в 1943 году от немецких оккупантов, Краснянский был арестован и необоснованно репрессирован, осужден на 10 лет лишения свободы. Скончался он в ссылке 17 января 1944 году. Справка о нашем земляке. Краснянский Михаил Борисович был реабилитирован только в 1992 году, а в 2001 году в память о Михаиле Борисовиче Краснянском в Ворошиловском районе Ростова назван переулок. Переулок Краснянского. Подводя итог краткой исторической справки о жизни выдающегося земляка, скажем следующее. Краснянский Михаил Борисович, 1873-1944 годы, донской казак, горный штейгер, инженер-геолог, любитель-археолог, известнейший краевед и общественный деятель, основатель общества истории, древности и природы Ростовского городского музея. Михаил Борисович проделал огромную работу по составлению библиографических указателей по истории Донской области и народов, населяющих Донскую область, истории городов, археологии и этнографии. Внес большой вклад в изучение истории горного дела на Донской земле, горняцких поселений, занимался поиском новых месторождений полезных ископаемых, создал первую карту археологических памятников низовий Дона и составил словарь донского краеведа, написал массу краеведческих трудов. В Государственном архиве Ростовской области, ГАРО, хранится личный фонд Михаила Борисовича Краснинского. Располагаются важные исторические данные для сотрудников архива, историков и краеведов, а Донская государственная публичная библиотека хранит огромный пласт его многочисленных печатных публикаций, в большинстве своем уже оцифрованных и доступных для изучения на сайте Донской электронной библиотеки, ДЭП.